Виктория, я тебя поздравляю с окончанием моего замечательного курса и с теми замечательными знаниями, которые ты приобрела. Ну, аплодисменты. Держи. Ты скажи, пожалуйста, это второй диплом в твоей жизни? Но ты школу заканчивала, ну тебе вручили там документы о счастливом завершении этого учебного заведения, а потом ты куда пошла учиться? Екатеринбургский колледж транспортного строительства. И там ты училась на дизайнера? Да, я еще доучиваюсь, 4-й курс. А это последний курс или еще есть? Последний диплом вот в этом году. И ты уже готовый специалист? Да. Тогда скажи мне, пожалуйста, зачем ты пришла учиться на курсы? На курсы как раз получить знания в этой сфере. Окей, а тогда чего там не дают, чего не хватает и из-за чего ты пошла учиться? Ну, конкретно вот чего не хватило? Просто еще хотелось больше развития. Ну, может быть, бывает такая ситуация, знаешь, когда люди, в принципе, очень поверхностно, ну, представляют, о чем идет речь. Я имею в виду о профессии дизайнера интерьера. Угу. Смутно представляют. И некоторые идут для того, чтобы погрузиться глубже в эту тему и вообще понять, его это или не его. Вот у тебя такая ситуация, видимо, случилась или какая-то другая? Я думала, что это мое как раз. Отлично. И хотелось больше как бы как раз погрузиться во весь дизайн, так сказать. Окей. Удалось погрузиться? Да, очень. Мне кажется, ты с болью вспоминаешь об этом времени. Тяжело было? Да особо нет, интересно было очень. Интересно, а что особенно интересно, что понравилось? Работа с концепцией больше. Концепция? Да, ну вот сама вот как идея, разработка. То есть сам подход к тому, как придумывать идею? Да. Но у тебя замечательная идея была, то есть и в общем-то мы там достаточно хорошо двигались. То есть у тебя вообще как ощущения после этого? Мне понравилось проект, что получилось. Ты попробовала два учебных учреждения, скажем так, техникум и курсы. Чем отличается подход в обучении? Ну, там в основном база давалась, и нас так не консультировали, как вы консультировали. Вы все досконально объясняли, там, каждую розеточку, каждый светильничек. Все прям. Это ты сейчас про чертежи? Да. Или вообще, в принципе, в вообще. Целом? То есть с вами там с каждым так не занимаются? Нет, такого не было. У нас вообще сейчас получается. Изначально было два преподавателя главных, а сейчас они ушли из колледжа, и 4-й курс у нас так, поверхностное занятие. Для галочки? Да. Ну, то есть вы туда приходите, слушаете какую-то лекцию и уходите там сами как-то с этим живете, выполняете какие-то задания, видимо, уроки. А потом в конце курсовая, так что ли, или как? Ну, я имею в виду в конце семестра там или что? То есть я от вас не отставал, мучил вас на каждом занятии? Да не, не мучил. Интересно было. А у нас есть несколько этапов на курсах, да? И выстроено все поэтапно. Ну вот, во-первых, как тебе этот подход, работа поэтапно? Как раз вот алгоритм всего был дан, и вот это еще понравилось, что все по полочкам разложено. Ну сейчас в твоей голове уложилось все по полочкам? Да. Тогда по этапам, вот по пунктам, скажи, пожалуйста, вот первый этап тех заданий, которые мы проходили для того, чтобы узнать, что человеку надо, mm-hmm. заказчику имеется в виду. Вот что ты там полезного узнал? Ваш личный опыт, когда вы о чем-то там рассказывали, что вот интересно было тоже послушать. Окей, тогда следующий этап у нас планировка, вот что там, какие инсайты? Планировкам тоже. Я помню, мы с планировкой там долго возились. Там очень мало места, да, было. Да, и это была проблема, мало места. Но тем не менее, все равно мы же думали, расставляли. Да, некоторые фишечки ваши там. Ну давай в целом, вот те знания, которые ты получила на курсах, да. То есть они же какие-то есть, а ты его в портфолио себе берешь? Конечно, беру. Как она на фоне других твоих работ? Мне кажется, самая лучшая. Самая лучшая работа, да. В портфолио. А почему? Вообще, в общем, что получилось. Ну, это же здорово. То есть появилась одна классная работа в портфолио, которой ты можешь гордиться. Угу. Мне остается, наверное, пожелать тебе только удачи в твоем обучении и стремлении на пути к прекрасному, так сказать. Желаю тебе стать крутым, знаменитым, востребованным дизайнером. Давай пожму тебе руку. Да. Да, спасибо тебе. Ты молодец, сделала проект. Очень здорово, очень красиво. В конце хочу спросить, рекомендовала бы ли ты
мои курсы, и если да, то что бы сказала, например, тем знакомым, которые бы тебя могли смотреть? Я уже рекомендую, что очень замечательный курс, и много всего интересного и познаваемого. Thank you.